И ближе всего. Да. Пиздец, блядь. Причем к ним они ближе. Ну, короче, парни, езжайте со стороны ЦБ. Сначала С захватите, а потом... Ась. Вправо уходим, подальше от их точки. Да. На вход на С, и потом с нее уже на Б. Чтобы никого не потерять. Если даже обойдут, в принципе, мы сможем выкрутиться там уже в самой крепости. Мы опять с ними. С кем? С укропами. Ох ты! О, видишь, как Лехе повезло. О, видишь, как у него сразу забомбило. Так, значит, у них два воздуха. Не надо гадости. Саванна. Прекрати. Да, я команде написал. А, это команда. Водится ну. Со стороны. Пишите, что хотите. Акмаль, ты на С? Так они молчат. Я еду, да, с нашей группой. В прошлом бою у них воздух был? Да. Да, в турнире. И темпест или... Да, темпест. У них было две КТшки, парни. Один ИС. И потом вот эта зенитка четверка. Ранга, и Фердинанд. Американский. И Фердинанд еще был. И зенитка была. Для зенитки два фугаса, блядь, спецов. Так, одного вижу, Егор. На один часов. Инг что-то прыгнет. Это, похоже, большой. У меня 67. Большой на меня. Нормально. А хотя мы сами с большим. С большим-то сами разберемся. С маленькими вот это да. А не вот? Нет, здесь ботов нету. Могут боты, быть. Боты есть. Вон куча здесь ботов. Здесь нету ботов. А, вон есть. Воздухи. Они все кучкой идут на... Темпест. Темпест. Играет давай твой. На меня. Где? Давайте попробуем не проебаться в поле. Доехать до крепости. Твой. Крепости Акмаль, спускаюсь к тебе. Он наверняка сейчас на меня пойдет. Миса не тупой. У них два КТ, один... Егор, там в лоб идет. Т-44, Фердинанд. А, мне показалось в лоб. Лёха, смотри, он за тобой. Так я на Акмале я спустил. Там за мной. Они уже на точку заезжают, ёбаный в рот, а. Пять получил. Маркера нет. Егор, давай на меня. Думаешь, я тебя вижу? Да неважно, к С тяни. Бля, я кое-как эти горки переехал, бля. Блять. Меня это... Ёб ты, сука, блять. Игорёк, осторожно, там зенитка, блять. Я еще не могу в него попасть. Парни, я через пролом к стене поеду к Б. Попробую там выход этот прикрыть, который с А идет. Акмаль, аккуратнее, я сзади. Если кто-нибудь ко мне на помощь отпадет, буду не против. Да, я с тобой еду. Отлично. Отчекаю их от базы, я с левой стороны. Давай на этого, на большого. Там уж какая-то хуйня. Я пошел на поддержку нашим. Какого большого там? Кроме него больше никого не видел. Дурнее должен, наверное. Нет, больше нет никого. Ну тогда давай бомбись. Чем? Какой бомбить? Там зенитка, блин. Меня зенитка сняла. Зенитка стоит на Е3. Сейчас я ломану зенитку, подождите. Не надо, лучше стреляет, соси массу. Стреляет, Егор. Вам надо сейчас по парам разбиться и каждый друг друга прикрывать. Это понятно. Хотя ладно, я это Тоттенгейра прикрываю. Я бот где-то под боком, блин. Да забейте вы на этих ботов. А может и не бот. Ботов не трогайте, нахуй они не нужны. Лишние снаряды, блядь. Боты урона не наносят. ИГФ, он где-то за точкой. Они Б. Уже Б захватывают, парни. Да вот неправильная карта какая-то. Она вообще не сбалансирована. Я заехать не могу на... Что за дерьмо? Вы С-то захватите хоть, ёбаный в рот, пацаны. Вот к С и еду. Вы чё прикалываетесь? Они уже Б захватывают, захватили. Они сейчас уже в оборону будут вставать. Нам надо, пока они в оборону не встали, хотя бы заехать в крепость. Королевский. Где? Он, короче, заехал в крепость.
по-новому, там, наводчика, командира, заряжающего. Если еще будете... Не, надо меня толкать. А там просто в бочину нам заехал КТХ. Вот-вот, я этого бочину какого-то КТХу и побил еще. Нормально, да, нормально, давить да. их нахер. Вот, еще заебался, еще один. Там две КТХи должно быть. Блять, вот главное выехать отсюда, блять, а? Ох, слава богу, мы в точке Б заехали. Никого пока не вижу. Но они есть. Но они есть где-то, да. Я очень очкую. Парни, помощь нужна? Я тут их поймал, три танка тяжелых. Выезжай. И... Выезжай, вот он, в нище бей, в нище бей, в нище бей. В нижний броненый сбей. В нижний броненый сбей. Починка у меня, движка. Парни, сука, помощь. Сейчас я его покараю. Аккуратно, Фидора. Там 44-ка со спины. Оу-е, мазафака, третий. Где 44-ка? Сзади тебя 44-ка. Вот, сбоку. Ты сдох. Сейчас я за труп попробую закатиться. Мере, бочину завалило. Я не вижу. Ага, вижу. Я сейчас развернусь. Ты, короче, парни, ты помер, да? Прикольно, они друг дружку херашут, что ли? Был папа. Чё, ты взял? Ну, только что сообщение было. Один другого завалил. Да бота он убил. 44-ку пока не вижу. Сука, эти ёбаные боты, они... Парни, вы будете подъезжать к точке Б? Я тут одного контролю держу. Есть, я на Б уже двух разобрал. Двое осталось. На Б я двух разобрал. Ёбаные боты, они меня нервируют, суки. Где тут точку-то забирать, блядь? А вот вперед едь. Проезжай вперед, вот где этот танк, за ним. Нифига так, нормально. Нахер. Дурака этого, блядь. Бедный Акмаль, блядь. Вообще. Парни, на А ломитесь, на А ломитесь. Ломитесь на А. Нам точка А нужна позарез, блядь. Иначе мы проебем. Точку Б я вроде отбиваю. Боты меня задрали уже, суки. Маль, ты его убил, нет? Да нет. Я к тебе не мучусь. У меня пули кончились. Акмаль, видишь кого, нет? А, ну я понял тебя. Ну вот что это? Ну спасибо, парни, спасли. Давайте С отжимайте. Все, ништяк. Ну он убит. Ну что, вы долго-то? Где ты есть? Ну вообще под мостом. Под мостом? Кого там забыл? Нифига, ну йоу. Глюки-то какие. Лой укроп, блин, загнал. Сейчас мы этого злого укропа... Да я двоих их тяжелых танков уничтожил. Хрена. Молодец. И чё он тебя выйдет сейчас? Охренеть. Он еще и подожжен от меня. Ты еще и выехал? Офигеть. Ты где там? Ты вообще куда уехал-то, ё-моё? Нет, какой-то мужики, блядь, ё-моё, я выехать не могу, блядь, зацепился за камушек. Валим, парни, валим, короче. О, а кто Б отжимает? Че, у меня помощь будет, блядь? Кубельглиц, ё-моё, блин, кто там? Кто? Фала, Костя, давай, стреляет. Едь быстрее ко мне. Да стали, я не блядь, могу, мне... ёпта, меня камень не пускает, блядь. Это по мне кубельглиц отрабатывал. Бля, завтра зацените этот видос, парни, вспомни. Как Акмаля тут жали, прикольно вообще. Двоих, блядь, вынес. Пойди еще тяжелых. Первый, да. Мужики, да это реально, это какой-то пиздец. Мне помощь нужна, у меня пуль нет. Да, помощь, у нас Б отжимают. Да никто Б не отжимает. Там кубельблиц заехал на Б. Во, выехал, Fallout, чё ты? Ой, наконец-то, блядь. Давай вниз ко мне. Да я даже не понимаю, где ты есть, бляха-муха. Ты где есть? Я, короче, на точке F5. Ни хрена мне к тебе ехать. А, ну в принципе я по мостику, может, успею. Стоп, а где этот кюгенбитс-то?
А он ремонтируется, да, Акмат? Да. Сейчас отремонтируется. Ну, сейчас я покину на него. Ну, он сейчас вокруг от него бегать будет. Точку С отжимает. Ваша. Да не, не отжимает, он чисто захват ездит, снимает. Сейчас я к тебе, Акмарь, приеду, мы всех разберем. Да нет, отжимает. Вы хоть... Вон, вон, вот вы его, видите? И Б забирайте, достали. Костя, вот видишь ты его, вот он стоит. Да, да, да. Короче, я сейчас поехал пульнет. Б снова отжимать. А, нет, о, на Б ехай ты, есть. Все, ништяк. Кого тут надо убить-то? Убить никого. Кто на С у нас? Б захватывайте. С, поехали назад, Костя, разворачивайся на Б. Разворачивайся на С. Вот, я на С на мостике еду. Я пока на С никого не вижу. Акмаль, убийца, ёпты, блядь. Здесь, блядь, зажали еще как бедал. Тёлку потискали, блин, в углу. Ну ты же отбрехался. Тебя же не изнасиловали. Блядь, изнасилует он меня. Гроза небес.